Кто здесь? Привет, ребята. Сегодня будет очень коротенькое видео. Рад видеть вас у себя на кухне. Сегодня хочу поделиться с вами своим супер-пупер секретным коктейлем, который я делаю ежедневно и который способствует набору массы. И сейчас все по порядку расскажу, как я это делаю, и вы это увидите, как я поэтапно что делать. Я хочу рассказать вам о базе, которую я использую. Вот сегодня об этом я вам все расскажу. Поехали. Итак, что же за суперсекретный коктейль? Я не покупаю протеин, я абсолютно его не использую. И без протеина я смог набрать 15 кг массы за один год. Что же я использовал? А использовал я самодельный коктейль, которым я сейчас хочу с вами рецептом поделиться. Итак, ингредиенты. Базовые ингредиенты, что вам для этого нужно? Я думаю, вы все знаете, что это. Это творожочек. Творожочек, и я беру творожок максимально жирный. То есть это, если вы покупаете в магазине, то это примерно, не примерно, это 9% жирность. 9 или 5. Самое оптимальное, что я вам рекомендую брать, это или 5, или 9. Не берите обезжиренный творог. Не берите 3%, 2,5% или какой там есть, я не помню. Берите максимально жирный. Почему нужно брать максимально жирный творог? Потому что, если творог жирный, это способствует тому, что ваша гормональная система хорошо работает. И здесь жир полезный. Такой творог нужно есть каждый день. Не бойтесь, что вы это будет каким-то образом вредно. Жирный творог, это наоборот полезно. Это наоборот способствует нормальному прохождению всех процессов в организме. Но этот творог и этот коктейль, который я покажу, способствует набору массы. Особенно, если вы будете принимать его, как я, за где-то минут 45, час до сна. Что я рекомендую делать? Иногда днем можно сделать, вот как сейчас я днем. Если вы хотите второй за день, например, выпить. Обычно я использовал один коктейль такой в день. Буквально последнюю неделю начал использовать два таких коктейля в день. И то потому, что просто я уже почти 85 кг вешаю, и сейчас тренировки стали тяжелее, я решил усилить еще одним коктейлем. То есть я просто добавил второй. А до этого год я использовал всего лишь один такой коктейль, и это мне заменило полностью все спортивное питание. Плюс нормальное, конечно, питание. То есть я не покупаю никаких гейнеров, никаких протеинов в виде спортивного питания. Это классная штука, я не против этого, просто мне хватает, и я вот хочу с вами поделиться этим простым рецептом. Итак, творог. Жирный творог. И когда рекомендую применять этот коктейль? На наборе массы, я уже сказал. То есть, если вы хотите сушиться, если вы хотите стать таким поджаром, типа к лету, например, да, то такие коктейли лучше поубирать, потому что они, скажем так, дают довольно сильный инсулиновый отклик, и когда такая пища попадает в организм, она способствует набору веса. Вот. Поэтому не на сушке. Если вы такой, как я, человек, который тяжело поправляется, скорее похудеет, чем поправится, то спокойно ешьте такие коктейли, хоть каждый день. Пейте, ешьте, я не знаю, это, наверное, еда, это не питье, я так думаю. Итак, поехали, погнали. Творог. Здесь у меня чашки, вот это примерно, ну, стандартная чашка, да, сколько, 300 грамм. Здесь молоко. Молоко не полная чашка, потому что оно с холодильника. И примерно вот так до верху здесь ничего нет, да, просто чашка не полная. Что я делаю? Потому что обычно времени мало на все, да, мы все время куда-то спешим. У нас есть кипяток, который мы просто, именно кипяток, который мы наливаем в молоко. Я так делаю постоянно, это очень удобно. И молоко становится теплым. Таким образом вы его немного разбавили. Абсолютно нормально кипяток себя ведет в молоке. Если молоко прокисшее, вы увидите, что оно свернется в творог. То есть вы увидите, как оно с кисшее молоко, оно кусками возьмется, белок свернется. Это означает, что молоко некачественное, оно скисшее уже. Вернее, оно просто подскисло. Поэтому, наливая кипяток, вы еще проверяете, а нормально ли молоко вообще, свежее или нет. Так, что я делаю? Рецепт предельно простой, ребята. Предельно простой, и я, может, вы тоже до этого додумались, и его используете. Ну, тогда видео будет вам не таким полезным. Ну, попробуйте найти что-то новое для себя. Я вливаю это молоко сюда, в творог. Итак, смотрите, стаканчик вообще на 600 грамм, и здесь сейчас получается у меня где-то 450 грамм по объему, вот это все. Творога примерно 150-200 грамм за раз, то есть это немало, это иногда я бросаю пачку просто творога, это 200 грамм. 200 грамм творога, это на секундочку 40 грамм белка за одну порцию. Это даже не 40, это где-то 46 грамм белка, почти полтинник.
С молоком набирают полтинник точно. Если в молоке у нас на литр 3 грамма белка, то считайте, почти полтинник белка. Так, что мы делаем дальше? Берем обычный погружной блендер. Точнее, на литр у нас молока не 3 грамма белка, а 3 грамма на каждые 100 грамм. То есть на литр молока у нас получается 30 грамм белка. Так, что мы берем? Мы берем погружной блендер, обычный погружной блендер, и начинаем это дело все перемешивать и делаем коктейль. Все готово. Смотрите. Чем мне нравится, я беру домашний творог. Чем мне нравится это? Мне нравится это тем, что оно когда взбивается, оно становится действительно однородным. Нету никаких кусочков творога, он там не плавает. И поэтому я стараюсь, если вы знаете какое-то место, брать, где есть домашний творог, берите домашний. Если вы умеете его делать сами, если вам не лень, да, его делать, это, в принципе, очень просто делается. Делайте его вообще сами. Это будет просто идеально. Дело в том, что когда вы покупаете магазинный творог, он всегда такими кусочками продается, довольно высушенными. И когда вы заливаете молоко туда, оно не всегда хорошо смешивается. Нужно подольше блендером подержать, но в принципе тоже смешивается. То есть нужно просто чуть дольше его взбивать, и будет нормальная однородная масса. Абсолютно однородная, смотрите. Если вам видно, то есть это полностью сбито, оно не осядет на дно. Домашний творог, он там смешается, это будет просто однородная, довольно густоватая такая смесь. И вот здесь примерно 50 грамм белка, не меньше, в одной порции. Стакан молока, 200 грамм творога. Принимайте такой коктейль каждый день, я вам просто гарантирую, будет результат. Поверьте, от него прет просто, отлично прет, серьезно. Просто вы почувствуете, насколько он сытный, насколько он калорийный, насколько он удовлетворяет вас. И если вы будете это делать перед сном минут за 40, почему нужно делать перед сном, да, все говорят, делай... Творог на ночь, медленно белок. Да, это медленно белок. Он усваивается, творог, до 8 часов. Просто вдумайтесь, до 8 часов. То есть, если вы его пьете, это вы делаете не после еды, не до еды. Это отдельный прием пищи. Если вы, например, ну, например, как у меня получается, я последний раз я ужинаю, да, это ужин уже называется, допустим, часов в 9 вечера, то в часов 11, через 2 часа, я выпиваю вот такой коктейль, и через час я только иду спать. Потому что желудки будет чувствоваться очень хорошо. Вот здесь 450 грамм пищи. И не всегда даже за раз можно его выпить. Но он реально вкусный. Я творог не перевариваю вообще. В сухом виде я не могу его есть. Вот брать ложками, там, даже если со сметаной или еще с чем-то. Кстати, сюда можно добавить еще сливки. Если хотите сметану, и это просто бомба какая-то будет. Это настолько калорийно. И, ну, то, что нужно эктоморфу, ребята. От этого вы начнете набирать вес. И это все полезно. Если это хороший, нормальный творог, то там еще и бактерии есть полезные. Это классно для желудка, это просто полезно. Это гораздо полезнее и круче, чем покупать протеиновые коктейли. Почему? Потому что здесь есть жиры полезные, здесь есть углеводы, здесь есть белок. Это практически гейнер, который полезный и который сытный. Итак, за час до сна. И зачем мы это делаем перед сном? Почему так мы делаем? Во-первых, наш... Конечно же, организм будет получать белок в течение ночи, а он ему очень нужен. А что такое 8 часов расщепления белка? То есть, если вы приняли его за час до сна, то еще 7 часов он, организм будет постепенно снабжать белком. А когда мы растем, когда наши мышцы растут, не в тренажерном зале, правильно? Наши мышцы растут на кровати, ночью, когда мы спим. И такой коктейль помогает вам расти. Еще один момент. Почему белковое питание на ночь, особенно вот такое творожное, медленный белок, почему это очень хорошо? Это вызывает, скажем так, не то, что вызывает, это способствует хорошему выделению гормонов. И даже те жиры, которые там находятся. Вот сладкое на ночь есть не нужно.
Не нужно есть на ночь объедаться кашами или овсянками или какими-то батончиками. Углеводы на ночь не нужен. Это будет замедлять вашу выработку гормонов или вообще сведет на нет. А гормоны, гормон роста я имею в виду, соматотропный гормон, который вы все слышали, наверное, я говорю про натуральное его выделение, он выделяется очень активно первый час вашего сна. То есть, когда вы спите, первый час, даже полтора часа, вот первая фаза сна, полтора часа, она чрезвычайно полезна и активно идет выработка гормона роста. То есть, вы в это время растете, идет выброс этого гормона, и вы реально будете расти, особенно первые часы. И когда вот так много белка в организме, это все способствует нужной гормональной не флоре, да, скажите, как это сказать? Environment, короче, окружение, которое способствует хорошей выработке гормонов. И белок в этом просто 100% будет вам очень круто помогать. Можете попробовать протеиновый коктейль на ночь, но в чем разница? Протеиновый коктейль на ночь, он усваивается довольно быстро, он усваивается вообще очень хорошо. И буквально за 15, 20, 30 минут его просто все, он усвоился, в организме уже пошел на свои нужды. Это же усваивается долго и на ночь то, что нужно. Гормончики вырабатываются, белочек поступает. Вы не голодны, я вообще голодный уснуть, честно, не могу. Мне просто помогает вот это. Я ночью не встаю, не ем, я этим всем не занимаюсь, это ерундой. Ну, не ерундой, то есть мне просто это не нужно. Если вы встаете ночью пожрать, это нормально, это ваше решение. Вы быстрее, наверное, придете к цели. Это круто, для вас это класс, я уважаю, все, но я просто так не делаю. Я ночью люблю поспать, чтобы лечь уже и спать, все, даже чтобы не вставать никуда, понимаете? Вот такой коктейльчик, я вам, ребята, поделился. Это база. Я очень редко, когда сюда что-то еще добавляю, ну вот, например, если днем делать его, сюда можно добавить еще какой-нибудь варенька, какой-нибудь медик туда бросить, можно бананов порезать, тоже блендером это все хорошо собьется. Каких-то фруктов, если хотите. Оно все вместе, если у вас желудок нормально воспринимает с молоком, то, пожалуйста, у вас будет вообще очень вкуснячий коктейль, который еще будет полезный и вкусный, и супер. Но я в основном делаю просто в чистом виде творог и молоко, я ничего не выдумываю. Мне нравится он по вкусу. Он действительно вкусненький, серьезно. Вот просто, блин, попробуйте. Сегодня, сейчас, после видео, пойдите купите творог, если нет, то попробуйте. Это бомба, ребята, просто бомба. Вот делюсь как со своими друзьями, пробуйте, мне не жалко, почему. Очень классная идея, я считаю. Вот я на таком коктейле уже год и 15 килограмм с помощью питания нормального, нормальной тренировки. 15 килограмм реального набора. Я, как видите, я не жирный. Отлично себя чувствую, мышцы растут, все хорошо. Так. По поводу жирности, я думаю, все понятно. По поводу частоты, все понятно. Пользуйтесь этим рецептиком, если это было реально полезным, то, блин, не жлобьтесь, поставьте там лайки, если вам понравилось видео. Но самое главное, сделайте этот коктейль, попробуйте. Просто попробуйте, ощутите, какая от него мощь прет. И я желаю вам, ребята, крутых результатов. Если какие-то есть вопросы по поводу тренировок, задавайте мне в Instagram или же под этим видео, как вам удобно. И скоро будут очень новые крутые видосики, я скоро позаписываю классные тренировки. У меня поменялось очень много в моих тренировках. И, скажем так, я просто сделал разнообразие, да, потому что периодически нужно менять тренировки. Это все будет у меня на канале. Смотрите. Будет, правда, интересно. Я постараюсь как можно больше для этого времени находить, потому что в последнее время очень занят на работе. И постараюсь записывать почаще вам видосики. Все, спасибо, что посмотрели. Вам удачи, крутых результатов. Пока. Блин, зараз мне реально убить. Ах, мощь.